Наше пространство полностью преобразилось за счет красивой застройки, за счет помещений, которые показывают как будто бы настоящую финскую школу. Перемещаясь по комнатам, по этим залам финской школы, ты потихонечку начинаешь как будто бы проникать в голову автора, в его мир и даже в какой-то степени миф. Я хочу быть понятым, конечно, как и все художники. Ну, не дословно, то есть не, навряд ли это можно вообще произведение искусства читать как книгу, где ты дословно, как текст, все понимаешь. Я приехала из Москвы, чтобы посмотреть инсталляцию Романа Сакина. Я не ожидала, что это будет реально школа, а как будто бы некие люди что-то изучают. Наверное, самое важное в этой инсталляции — ее гуманистические ценности. Я очень рад, что мы показываем ее в Туле. То, что в ней заложено, безусловно, нам, мне кажется, всем сейчас очень нужно. Искусство Романа Сакина очень человекоцентрично. Огромное спасибо за то, что в нашем городе проходят такие классные вещи. Город живет, современное искусство дополняет нас, отвечает на наши запросы. Это хороший пример. Чтобы показать толикам, какое сегодня современное искусство, что его можно понимать, оно может быть доступно для людей. Мне нравится, что много геометрических фигур, которые потом в другой интерпретации заставляют задуматься. То же самое, что были ассоциации с пространством человека через геометрические фигуры. Тебе не нужно подготовки для того, чтобы понять и получить удовольствие от того, что ты увидишь. Ты просто погружаешься в этот мир и выходишь оттуда немножечко другим человеком. Чувствую искусство вокруг себя.